Здравствуйте, 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 здравствуйте. А, добро пожаловать в мое кафе. Добро пожаловать. Что изволите заказать? В общем-то, тетя, обращение к вам. Я знаю, что я иногда кринжовая и вызываю чувство стыда, как многие сказали на вопросе о стыде. Я это знаю. И не всегда выходит что-то делать, так сказать, хорошо и так далее. Но я, как и 3 года назад, начала с ролика «Аниме-говно». Буду продолжать хулиганить и пытаться вас развеселить. В нашей жизни, если так подумать, то слишком много всякого говна. Печали, грусти, одиночества. И я готова побыть вашим, так скажем, персональным клоуном, если это можно так назвать. Или просто даже кринж-бабой. Лишь бы вас это улыбнуло. А юмор, он всегда разный. Он может понравиться или не понравиться. Но я очень рада, что столько олдов и столько новичков. Просто гляньте на звезды спонсоров. Некоторые даже красные. Это же просто вот сколько человек верит в меня. Несмотря на все мои факапы, на все какие-то косяки. И просто, знаете, жизнь слишком коротка, чтобы серьезным лицом ее прожить. Чарли, покажи бубы. Чарли, покажи бубы. Тихо, чат, разводим Чарли на бубы. Чарли, что бубы? Ладно, это шутки шутками, но... А все, а надо на стримы приходить, Чарли, а надо на стримы приходить, все, понимаешь, а все. А уже надо, надо было раньше, а уже все, а надо было раньше говорить о том, о сём. Я на самом деле, знаете кто? На самом деле я шпион. И вышла за Ману по расчету. Вот вам, вот вам это скажи, и вы все же ей расскажете. Вот вы же все придете и расскажете это Мане, вот понимаете? Понимаете? Вот он, вот, ай-яй-яй-яй-яй, чат. А тебе, может, хвост... Во, смотри, нормально. 200 рублей, все. Впарим в первом папашему, смотри. Каждому еще... О, не, подожди, стой, давай, смотри, сейчас. Каждому будет по хвосту собаки, стой. Я вас успокою, давай. Торговать, смотри. А ты мне сколько продашь? Ну, сейчас я смотри. На тебе хвост этой сучки. Ну, тут понимаешь, тут просто как бы баб-то нет, ну. Ну, поэтому, ну, что нам? Ну, я думаю, ты прекрасно знаешь, что с этим делать. Такой я за 225 золотых я себе так уж и быть, продам эти вещи, эти прекрасные вещи. Да вот не расстраивайся, не отчаивайся, я тебе всажу хвост. Вот. Боже, чат, вы не представляете. Я не знаю, вот кто-нибудь из вас пробовал импортный Red Bull? Который такой желтенький. Он такой вкусный. Я не знаю, с чем того, что я вот у меня была банка обычного Red Bull. И Red Bull, который желтый. Боже, я так тащусь по желтому Red Bull. Он такой вкусный, он такой сладкий, он не газированный. Он просто как бы... Боже, он закончился, это печально, но он такой вкусный, я не могу! Он, по-моему, то ли из Таиланда, то ли откуда, это, короче, такой, как бы, мазуморский. Я не знаю, откуда он, я просто одну нычку нашла,
И просто он такой вкусный! С учетом того, что я сейчас не пью какие-то соки, я раньше пила сок просто персиковый. Ну и так пополняла типа запасы сахара. А сейчас его перестали завозить ко мне в магазины, а ближайший магазин, где он продается, это очень далеко. И поэтому я вначале была без сахара, а потом, короче, как нашла эту прелесть. Ну, я его не... Он более концентрированный, он не газированный, он более сладкий. Господи, это так прекрасно. Просто, да. Кофеина. Не кофейная, сладкая зависимость. Потому что он просто сладенький, он такой, как сок. Да. И, кстати, чат, я копалась в модах недавно. Я хотела с командой поиграть в Майнкрафт, и... Я нашла очень хорни мод в Майнкрафте. Вот я даже не знала, что там есть такой ябай. Просто я искала там какую-нибудь мифологию, там данжики. Но я нашла такой ябай. Просто. Да. Ну, я, конечно же, его не стала устанавливать как порядочный сейс. Я сразу закрыла данный сайт, потому что там были вирусы. Мне, кстати, надо антивирус ему поставить. Ой, а чего ты? Ой, это не то. Почему меня заставляют? А, ну да, я же и... Мне надо проходить тест на человека ли я? Ну, конечно. В смысле я не прошла капчу? Осуждаю тебя, интернет. Осуждаю. Но, чат, запомните одно. Единственное, что не поменялось, это моя любовь к вам. Вот. Это не поменяется никогда. Так что это круто увидеть столько олдов. Они как будто проснулись. Они такие, опа, а мы тут, мы здесь. Так что это то. Планета тоже любит квартиры. А я что? А я ничего. Или вот просто... Я, кстати, даже не знаю. Они вернулись из алдовской темы или же... Или же сиськи на превью все-таки. Или старая модель. Даже не знаю. Но запомните меня... Как я начинала с вами... стримить видосы, но я говорю прощайте и пока.